Эти мероприятия очень часто проводятся в Российской Федерации, и мы постараемся участвовать в этих мероприятиях. Нас официально пригласили, и мы участвовали. Это очень помогает людям, которые занимаются в этой области. Одновременно мы поделились по опытам, как эта отрасль развивалась в Азербайджане, как в России, какие там плюсы, какие минусы. А я думаю, что это мероприятие очень помогает для развития этой отрасли. Тепличный комплекс Азербайджана очень сильно развивался. Я вчера отметил, что сейчас у нас около 3000 гектаров тепличных комплексов. И из них 1000 гектаров тепличных комплексов. Для нас тоже интересно, что происходит в России, а потом, куда мы будем продавать эти товары. И поэтому у нас проводится работа по расширению географии экспорта.